нетерпением новых объявлений о запуске танцевальной программы тем, кому за 60. Эта песня про Галину самая любимая для семейной четы Максимовых, ведь так зовут супругу. Вместе они посещают все культурные мероприятия, которые проводит Дворец ветеранов. Но особенно любят вот эти летние ретро-дискотеки. Делятся, для пенсионеров это важное событие. Не то слово даже не важно, а чрезвычайно даже важно. Понимаете, ведь не зря есть фраза, говорят, движение есть жизнь, а танцы – это в высшей степени движение. Да я вообще люблю танцевать, очень люблю. Еще и петь особенно я люблю. Танцевальные вечера во Дворце ветеранов проводятся каждое лето и давно стали традицией. Но в условиях пандемии пришлось сделать коррекцию. Для участников приветствуется наличие сертификата о вакцинации, а танцпол перенесли на открытый воздух. Впрочем, это только добавило очарования. Со всего парка музыка привлекает новых танцоров, не всегда старшего поколения. Нам, пенсионерам, это очень нравится, что под открытым небом, что для нас, не забывает, что нам такие устраивают мероприятия. Нам это очень нравится. А в этом году мы запустились, мне кажется, в конце мая, по-моему, первая дискотека у нас пошла два раза в месяц, то есть второе и четвертое воскресенье месяца мы делаем танцевальные, так скажем, вечера. Ну, сейчас вот мы в 4, например, начали. Для наших как бы постоянных гостей. Присоединиться к танцевальным программам может любой желающий. Информация о проведении выходит заранее на официальных ресурсах Дворца ветеранов. Песни для танцевального вечера подбираются по предпочтениям гостей. Как правило, это хиты разных эпох. Иногда современные, иногда нестареющие вальсы. В эфире Сафина, Николай Епифанов. События.